Hi, my students. Сегодня очередная лекция у нас. Может быть, даже заключительная по феноменологии Пифагора. Мы рассмотрим с точки зрения, опять же, этой феноменологии, рассмотрим, как происходила динамика вот развития наших силовых структур при изменении государственности в историческом периоде примерно с 1802 года по настоящее время. Ну, сейчас вот на сегодняшний момент силовые структуры составляют, что это, министерство и службы, министерства и службы, и различные другие вспомогательные учреждения. Мощная система, включающая в себя Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Федеральную службу безопасности, службу внешней разведки, ФСО и так далее, и так далее. И также юстиции, прокуратуру, судебные органы. Все это относится к силовым ведомствам. Ну, министерство, что это такое за организация? Это бюрократическая организация, которая осуществляет политику, спускаемую свыше, с руководства государства спускается до низов. И обратно, значит, подготавливает отчеты о проделанной работе. В иностранных государствах, в частности, вот в западных государствах, министерство, например, внутренних дел, оно, значит, им руководит человек, политическая фигура, администратор, который меняется. Меняется от выборов к выбору в зависимости от того, кто пришел к власти. И также там постоянный состав существует, работников этого министерства, постоянный состав. То есть есть несменяемый состав и переменный состав, зависящий от политики, на данный момент после выборов назначенный политический руководитель. Вот, у нас несколько по-другому сейчас обстоят дела. Ну и раньше тоже так было по-другому. Хотя, в общем, министры все назначались. При царях, например, первые министерства были организованы в 1802 году. И всего вот к 17 году насчитывалось где-то 12 министерств. Из них следует выделить, как основное министерство было, на которое опиралось государство, устой государства защищало, это Министерство внутренних дел, которое содержало в себе как действительно внутренние дела, также контроль и внешние вопросы оно решало, внешнеполитические задачи. Все включало это Министерство внутренних дел. Были там такие подразделения, которые касались зарубежной работы. Все это входило в Министерство внутренних дел. И оно решало очень важные задачи. Министр внутренних дел был первым товарищем премьер-министра. Или совмещалась эта должность. Премьер-министр и министр внутренних дел, они совмещали эту должность, два портфеля. Вот. И какие же это были министры? Вот мы остановимся на Министерстве внутренних дел, и потом оно дальше у нас развивалось после советской власти. Министерства были при советской власти в 17 году, после Октябрьской революции, министерства были упразднены, но вместо них были наркоматы, народные комиссариаты. Ну и, соответственно, был вместо Министерства внутренних дел, за основу была взята царская система, но было в наркомат преобразовано, и там структурные изменения большие были.
После этого, значит, были различные названия этого министерства. Министерство внутренних дел, Министерство госбезопасности, НКВД и другие названия были. Ну и ЧК, допустим, НКВД, все это входило. Очень много разнообразных названий мы потом упомянем. Вот первый министр внутренних дел, это что мы будем рассматривать? Советскую власть. Нет, мы сначала рассмотрим с вами царские, вот эти царские все вещи. На примере истории мы посмотрим, вот со Святополка Мирского начнем. Это было 1904 год он был. В 1905 его сняли сразу после гапоновской этой истории с попом Гапоном. Святополк Мирский – это князь был. Он родился в 1857 году. Путиловский поп Гапон. Он тогда же какая ситуация была в 1905 году? Тяжелая ситуация оказалась. Спровоцировал поп Гапон народ, чтобы выйти с петицией к царю. Царь был не совсем уже в тот момент, он сначала был не очень вменяемый, он был далек от этого. И связь осуществлял вот он с народом через вот этого Святополка Мирского, в основном, министра внутренних дел. И вот этот Святополк Мирский докладывает этому царю, значит, Николаю II, что все, мол, в порядке, что там, подумаешь немножко там выступление. Оказалось, это совсем не немножко. И открыли вот охрана этого дворца зимнего, открыла по рабочим огонь. Очень много было убито. И плюс там провокаторы были тоже, стояли провокаторы, которые стреляли в воинов. Вот Святополк Мирский, кто он был? Он, во-первых, был не профессионал. То есть вот при царях внутренними делами, устоями этого государства занимались непрофессионалы. Вот как сейчас, вот тоже везде стоят непрофессионалы. Вот какая вот, что дает нам психоматрица, это вот Святополк Мирского, посмотрите. Вот, пожалуйста. У него, значит, характер-то, ну, слабый характер. Все о нем отзывались хорошо, он со всеми старался мириться, с оппозицией старался мириться. Кстати говоря, к царю относился он скрыто, очень плохо, поэтому он ему всегда докладывал искаженные данные. У него вот три восьмерки, очень хорошие вот эти вот данные, три восьмерки. Две тройки, у него склонность к наукам, к анализу, и две пятерки, юридическая способность юридической работы, то есть очень хорошо развита интуиция. То есть так, что по психоматрице он не напрягается в смысле духовности, у него тройка нормальная. Ну, немножко зашкаливает у него-то сексуальность. Но это князьяне и графьяне все этим страдают. Но особенно вот с умишком у него было небогато. Вот такой вот был характеристика этого Святополка Мирского. Убито около 200 было, ранено около 800. 18 января 905-го царь вынужден был его уволить, этого Святополка Мирского. Ну, имеется вот диссертация по поводу вот этого его правления Министерства внутренних дел, диссертация Крылова. О нем вспоминают все хорошо. Воспоминания современников о нем хорошие. И тем не менее, вот в результате вот неправильного доклада он фактически эту ситуацию просрал. Он, Святополк Мирский князь. То есть, будучи сам из членов вот этой правящей верхушки, он не доложил царю истинную ситуацию. Настроение в массах, как это идет революционная борьба. И в то же время он пытался
успокаивать оппозицию, пытался выйти с ней на контакт, а с другой стороны, когда поп Гапон к нему на доклад прорывался, он его не принял, объясняя тем, что я его лично не знаю, зачем мне его принимать. То есть на контакт не пошел, казалось, мог этот вопрос можно было устаканить, и революции тогда бы 5-7 года вообще бы в принципе в природе не было. Революции, связанные с русско-японской войной, с ослаблением экономики. После этого сразу министром внутренних дел становится Булыгин. Ну, это известная Булыгинская дума. Он помещик. Уже он из помещиков, не из князей был, министром внутренних дел. У него вот, смотрите, данные, что Булыгинская дума. Но Булыгинская дума, сейчас объясню, что это такое. Вот его данные этого Булыгина. С 51 года рождения. Вот его тоже 3 восьмерки, надо сказать. И 3 тройки. Очень высокие способности, интуиция большая. Но он был как Обломов, он, в принципе, инертный. И 4 вот нулевки у него. Этот он, правда, не квадрат, но 4 нулевки. Зашкаливает духовность у него уже. Ну, и 5 вот это у него по женщинам, там у них озабоченность была у этих ребят. И вот Булыгинская дума. Успокоить надо было народ. Вот эту думу это. Но он, Булыгин, что предложил царю? Чтобы в эту думу только какие-то положительные граждане выбирались, имеющие некоторое имущество, платящие налоги. То есть, в принципе, полноценные граждане, чтобы не только полноценные, но и выдающиеся в области бизнеса, производства и так далее. Ну, типа олигархов, только вот в эту думу входили, в эту Булыгинскую, что резко все социалисты были резко против. А социалистических левых партий было в то время в России, они как грибы поганые повылезли, вот эти левые партии. Вот такой вот Булыгин, то есть он тоже пытался он совместить оппозицию, и это, надо сказать, вообще Министерство внутренних дел, оно какое-то среднее положение занимает между высшей властью и криминальной властью. Порой даже вот границу между криминалом и внутренними делами, она размыта. Вот, и поэтому они пытаются всегда балансировать и внедрять все время местное самоуправление, продвигать местное самоуправление. Ну, что сейчас самое тоже делается. Это тоже признак криминализованности, возросшей криминализации этого внутренних дел. Следующий был Дурново. Ну, Дурново это уже был, как говорится, известный. Он сторонник черной. Кстати, Булыгин был расстрелян после революции. Булыгин был расстрелян. Он был сторонник, поддерживал черную сотню, этот вот Дурново. Наезжал на вот на Витта, на премьера там своего начальника наезжал. Был конфликт. Вот Дурново, у него уже вот 3 двойки. Хотя логика у всех была, вот видите, 2 пятерки. Но не справлялись, у них не было связи ни с низами, ни с верхами. То есть верхи, они не уважали этого царя-то, потому что, ну, судя по дневникам, откройте дневники Николая II, вы увидите, что пишет ученик, ну, максимум там 4 класса. Это сплошной аут в дневниках. Следующий был министр Макаров. То есть, вы видите, то есть разрыв был. И вот это министерство, оно как в проруби дерьмо болталось между верхом и низом. Низ на него наезжал, потому что они были палочники, вешатели и так далее. А верха тоже, они не уважали верха, они не могли даже доложить, потому что там был сплошной аут наверху.
Вот следующий Макаров, они назначили Макаров. При этом, значит, Николай II-то был он подкаблучником полным. И все время вот тусовали этих министров. Вот он, Макаров, перетусован, следующий товарищ. Вот он, его крутит. Видите, это уже генерал. 4 единицы и уже фанатик. 7 у него фанатик. И 5 это у них традиционные. Ну, тогда... И так, вообще-то, сбалансирована у него матрица, кроме здоровья и энергетики. То есть он вампир был. И чем он знаменит, вот этот Макаров? Ленский расстрел при нем произошел. Но он был и в Минюсте, и в МВД был. Его тасовали, этого Макарова. И при этом он в Думе заявил, что так было, так и будет. Видите, МВД пошло по пути прессования низов, потому что вверх они не могли еще копнуть, а вот низы-то прессовать, они как бы считали, что будет стабильней, если прессовать низы. Ну, так же было вот при советской власти, когда вот 2 товарища Кириленко и Шипилов, да, мы его потом рассмотрим, Шипилов, они расстреляли рабочих, которые требовали лучшего питания, снабжения питанием своего города, рабочего городка. Расстреляли сотни неповинных ни в чем людей. И вот эти люди тоже пошли тогда вот по тому же пути. Следующий был вот Маклаков такой, министр Маклаков. Вот его характеристика. Опять появляются 3 восьмерки. Государственность особо большая, но он уже более такой стремится к компромиссам. Опять же он вампир. Опять же у него, значит, зашкаливает, ну, переходит норму духовность. Ну и секс-озабоченность есть определенная. Вот. Чем он характерен, этот Маклаков? 150 законов о полиции, печати, второй перепись населения и выступил за распуск Думы, как неэффективный этой Думы. Работал активно, ну вот был снят, неугоден. И в 18 году его расстреляли в Петровском парке в первый день Красного террора. Но это после покушений там на глав советской власти. Но это было позже, уже в 18-м. А тут вот в 15-м году, по 15-й год, вот был Щербатов такой. Это в ходе уже войны, Первой мировой войны. Вот он, следующий персонаж, это Щербатов. Видите, здесь у него опять 3 восьмерки, но уже в треугольнике в нулевке. И 4 двойки, то есть он под управлением темных сил уже шел. Он уже с криминалом был знаком. Хорошо. Вот этот тоже князь. Выступал за сотрудничество с оппозицией. Ясно, то есть спасаться надо было уже, чувствовал, что жареный петух уже приближается, и эти князья начали уже, тем более, что сверху никакого не было участия. Следующий был Хвостов. Ну, это Хвостов младший, племянник. Где он тут Хвостов-то? Вот он. Хвостов. Вот это тоже генерал. Вот видите, это вертикальный левок у него. То есть матрица распалась на 2 половины, на левую и правую, через вот эти нули, касающиеся вот логики земли и здоровья. То есть человек больной, он был на всю голову. Почему? Вот Хвостова никто в России не уважает, это Каковцев говорил. По его команде, значит, в принципе, он позиционировал себя как другом Распутина.
но в то же время заявлял, что я вот с Распутиным могу в баню ходить и могу его убить. Я человек полностью безбашенный. Он сам понимал, что он безбашенный человек. Вот такие люди, значит, были в Министерстве внутренних дел в России, командовали во время Второй мировой войны. Безбашенные. Тоже был расстрелян в 18 году в Петрограде. После этого назначили Штюрмера. Но Штюрмер – это фигура неоднозначная. Он проявил себя очень хорошо как губернатор. Сначала он был губернатором Нижегородской области, этот Штюрмер. Хорошо себя проявил. Занимался делами. А потом в Ярославле его перекинули, тоже губернатором. Помимо административной работы, он занимался вплотную историей, археологией. Занимался этот Штюрмер. Был талантливый человек. Вот его данные. Штюрмер. Но он, видите, у него три семерки. Он был как ангел. Вот это ангел, посланный на короткое время. Для как бы успокоения. Но у него вот у этого ангела, чей он был ангел, низкая духовность была у этого ангела. То есть он сеял раздор. Три тройки. Большие способности к наукам, но логики никакой. Вот такой вот, ну, с характером не богат у него. Двойки – это он эгоист, скрытый эгоист. Вот эти две единицы. Скрытый эгоист написано там. Вот Штюрмер. Значит, его послали за границу, этого Штюрмера, договариваться с союзниками. Была война, Первая мировая. Россия рассчитывала выиграть эту Первую. Была близка к победе вместе с союзниками. И уже делили шкуру неубитого германского медведя. И вот этот Штюрмер там самые хорошие условия для России выторговал за границей. Так торговался хорошо, что его возненавидели все союзники. Все союзники возненавидели этого Штюрмера. Это великий князь Георгий пишет про него. И в результате этого его и сняли. За что его и возненавидели союзники, его вынуждены были снять. И назначили дядю вот этого безбашенного Хвостова, дядю. Это уже был дядя более положительный. Хвостов, это Хвостов какой? Первый, Нулев, а вот, вот Хвостов, да. Этот Хвостов уже более порядочный. У него такой лояльный характер, это три единицы, но тоже он вампир. И тоже склонен он к женскому полу, а и духовность немножко завышена. Ну, более-менее матрица ничего у него было. Он положительную роль сыграл. Вот видите, вот матрица более-менее ничего, и он уже написано было, что он положительно разоблачил зятечка Манусевича Мануйлова. С помеченными купюрами его за взятку эту современным методом его, как вот этого губернатора нашего-то недавно. И отказался Сухомлинова освободить, военного министра, увлеченного в кражах тоже и в коррупции. О кражах военного имущества. Вот Сухомлинова. А царица сама его, значит, царица просила освободить Сухомлинова. Но вот этот Хвостов, вот дядя-то, он оказался настолько честный человек, что он и ответил царице, что я не могу этого сделать, преступника я не могу освободить. Ну, за это он был, конечно, тут же снят, его спустили сначала до Минюста, а потом совсем убрали. Вот Протопопов дальше. Это очень фигура. Уже тут к восстанию близко, этому февральскому восстанию 17-го года. Уже намечается это восстание. Перед восстанием непосредственно назначают Протопопова. А чей он был протеже? Георга Пятого. Георг Пятый прям восторгался у Протопопов. Это такая величина, писал Николаю Второму и его жене. И дальше, значит, он, Родзянко его, тоже протезе, Родзянко,
Потом Родзянко об этом дико пожалел. Этот Протопопов решает, решение принимает, он разрешает евреям без всякой регистрации проживать в Москве и в других городах. То есть это вот накануне революции, когда бунт вот участвовал и Троцкий, тут и все было завязано на еврейский вопрос. Еврейский вопрос повесили на Николая II, как мы в прошлый раз говорили. Хотя, может быть, еще и не говорили, но скажем. Потому что повешен этот был вопрос на Николая II, и евреи были против Николая II, за свержение, конечно, его. Но кончилось дело тем, что они, собственно, его и расстреляли в этом, в Ипатьевском доме, то в основном по решению вот еврейского комитета. Националистические надписи на иврите там были на стенах расписаны, когда расстреливали царя. Ну вот он, Протопоп, разрешил, по сути дела, без всякой регистрации везде проживать. Он имитировал в основном бурную деятельность. Даже пытался представить себя неким новатором, что в сыска, новатор сыска. Ввел новаторские методы сыска, как история пишет. И Родзянко, что хуже, Родзянко после этого, значит, начал отзываться о нем, что хуже человека в России я не встречал. Очень каялся, что он его назначил. Ну и действительно, вскоре произошла февральская вот революция. Вот она, эта матрица Протопопова. Вот видите, тоже треугольник из нулевок около восьмерок. И три шестерки, вот как у Чубайса, это натуральный имитатор бурной деятельности. Вот он, ИБД. Вот такая матрица характерна. Но три тройки, склонность, конечно, к наукам большая. И как у генерала характер, вот три, четыре единицы. В остальном матрица, да. Если забыть об этих шестерках, об этом треугольнике нулей, то матрица более-менее в порядке. Поэтому, может, Георг, в нем тоже ошибся, Георг Пятый. Может быть, он специально Николаю под такую свинью подсунул, чтобы выбить его из доходов по поражению во Второй мировой войне, когда Германия потерпит поражение. Следует отметить, что вот в перерыве между вот первой революцией, которую, собственно, князь вот этот вот, Святополк Мирский, прогадил, и Протопопов вот эту революцию первую, буржуазную, прогадил, февральскую. Это все было на их совести, вот этих двух человек. Две революции и два министра этих МВД. Между революциями, кто, собственно, у нас эту революцию, первую революцию подавил, революцию 5-го года? Ну, подавил Столыпин, однако Столыпин, да. И вот чем характерен этот Столыпин? Он же тоже имитатор бурной деятельности, он много, в принципе, его вклад в историю переоценен, сейчас вот особенно переоценивается, в связи с тем, что такая же политика проводится. Обратили внимание, вот смотрите, Столыпин, вот его шестерки, вот этот вот вылитый вот этот вот шестерочный комплекс, это чубайсовский, имитатор бурной деятельности. При этом здоровье у него было вообще лошадиное, и была еще некоторая аура, то есть он воздействовал положительно. Но с духовностью у него было, конечно, слабовато, он не знал, за что. И вот нули, вот эти нулевки, как у кого? Как у Распутина и как у Солженицына. Лестница нулевок вот вверх пошла. Красными выделена. Вот такой был Столыпин, спаситель от революции. А спаситель ли он был? Вот рассмотрим, что он, в принципе, сделал. Первый – это
он разбил вот этот сельский уклад, сельскую общину, которая владела всей землей, владели сельские общины землей. Не было частной собственности в пределах общины, и община распределялась один за всех, все за одного. Вот это он разбил. Он ввел что? Торговлю землей. Как сейчас мы видим, торговлю землей. Почему у нас Столыпина и как Г на лопату поднимают этого Столыпина? Как Г на лопате. Потому что он разбил вот эту общину и ввел частные капиталистические отношения в сельском хозяйстве. Все время он был в поездках, занимался семеноводством, занимался этим, но все урывками, все в виде какой-то имитации деятельности. И вот это вот переселение, и столыпинские галстуки, все это на нем висит. И переселение людей в Сибирь. Ну, известно, что из этих переселенных осталось только где-то там 30%, все остальные вернулись обратно. Но, тем не менее, вот эти вот капиталистические отношения, произошло то, что общество поляризовалось там, в деревне. Появилось расслоение. И уже частники стали. И когда вот началась вот эта Первая мировая война в 1914 году, уже не на кого было опереться в политическом смысле государю-то какому. Как царю, деревенскому царю, на эту общину. И крестьяне думали, как, а земля-то не наша, что мы пойдем за нее воевать? А большевики кинули клич, пожалуйста, землю без всякого выкупа. Мы даем крестьянам, фабрике рабочим. То есть диаметрально противоположные столыпинским лозунгам. Таким образом, вот, репрессии столыпинские, плюс вот эта капитализация, оно дало, конечно, капитализация какой-то эффект, потому что ободренный вот этой собственностью, плюс привлечение вот этих рабов, сельхозрабов, нищеты вот этой бедноты, эксплуатации беднотой, дало прогресс в области сельского хозяйства. Начали очень много хлеба собирать, большие урожаи по животноводству. Практически сельскохозяйственной продукции не стоило ничего. В городах зачастую ее просто давали, ну, по записи в долговую книгу. Запишут долговую книгу, и вот давай, вот эта рыба такая, рыба, всякая бы рыба была перед Первой мировой войной, и мясо было дешевое, яйца, ну, все нипочем, это было очень все дешево. В результате вот это сложившиеся капиталистические отношения в сельском хозяйстве. Но с точки зрения обороны страны, внутренних дел, обстановка расшатывалась. А так как вот поляризация общества, как сейчас, вот нищета полная вот этих пенсионеров этих и олигархов, сверхдоходы, эти дачи громадные, вот эти все самолеты, пароходы, и все такое прочее. И вот эти офшоры, все вывезено в офшоры, вся фактически материальная основа государства, она вся в офшоры зарегистрирована. Это все земли, все промышленные предприятия. На 80 с лишним процентов, по данным Делягина, экономиста, оно все вывезено в офшорах. Зарегистрировано так. Так что отнять сейчас это невозможно опять передать в государственную собственность. Почему? Потому что тогда вступает в силу международное право. И по международному праву тогда уже все государства будут защищать вот этот офшор. Потому что он наш же, это уже офшор-то зарегистрирован тут у нас. И будут все защищать против, опять же, против народа. Вот такие действия произвел Столыпин. Он просуществовал, сколько он... С 6-го года до 11-го года он около 6 лет просуществовал, пока его не убили в театре в Киеве. Вот. Ну, убил же тот же человек, связанный с МВД тоже. Какой-то близкий к охране Столыпинской убил его. Вот. Ну,
после убийства, когда царю доложили, что Столыпин убит, он даже брови не моргнул, а продолжал играться со своим дядей. Они на диване сидели и друг друга пихали, спихивали с дивана. Вот они шутили и так вот спихивали друг друга с кресла. Кто кого спихнет с дивана быстрее. Ну, это как вот игры-то детские. И даже брови не повел. То есть Столыпин уже его интересовал. А почему? Потому что Столыпин был в контрах с Распутиным. Матрицы примерно, нулевки вот эти одинаковые. У Распутина и у Столыпина вот эта лестница нулевок-то. И у Солженицына такая, кстати, вот лекция была, Солженицын, это все такое. Нулевка была одинаковой. Вот он, Григорий Ефимович, вот это. Видите, нулевка та же. Ну, конечно, Столыпина мощнее со здоровьем там. Но вот три двойки, это да, у него есть. Лучше у Столыпина. Но за счет духовности. У этого духовность. Вот он все на Бога. У этого было близко к фанатизму. То есть больше четверки это уже к фанатизму. И вот они были, дрались за влияние на царя, на Николая II. И на царицу в основном. И царица была против Столыпина. Конечно, он же враг Распутина был. Когда вот убили Столыпина, так Распутин просто радовался. Он не знал, что его через несколько лет тоже убьют зверски. Хотя он это предвидел, уже чувствовал шкурой, что тоже с ним самое будет, только в худшем варианте. Вот это было в промежутке. Какие же были у нас такие подвиги совершали дальше? Были еще многие эти, четыре, по крайней мере, министра, которые занимали промежутки после революции при временном правительстве. Были несколько вот этих министров, но они буквально после Протопопова, было их очень мало. Временный. Вот эти Львов, вот князь Львов был. Церетели, Аксентьев. Ну и вот в основном вот эти трое. И Никитин еще. Никитина забыл. Вот они все товарищи эти. Я просто матрицы покажу, вы сами увидите, что вот здесь вот такие вот фигуры из нулей. Церетели вот такой. Церетели, это он уехал потом в Америку, был больной полностью, вот у него нулевка здоровья и три двойки. Он за счет этих двоек он болел и болел туберкулезом. Но там в Америке вылечился, он долго прожил потом. Церетели. Аксентьев, вот видите, тоже нулевки такие. И пять тоже единиц. Зашкаливает. Ну и у них женский вопрос. У Церетели не стоял женский вопрос, а у них вот четверка. То есть необходимо было. Этот вопрос необходим. Так же, как у Никитина. У Никитина вообще под управлением темных сил шел. И ангел такой он был. Три семерки. На короткое время был послан. Вот это такие при временном правительстве были. Вы увидите, рассмотрите эту матрицу и дадите им характеристики. Кто же был у нас при советской власти? Вот первый кто? Ну, Рыков я уже отмечал, да, Рыков. Вот он. Чем он характерен, этот Рыков? Уже карточку я его потерял. Ну, объясню матрицу у него. Найду, потом объясню. Он вывез золото из России без советских партий, без согласования с советским партийным органом, он вывез золото за границу, в США, за что был расстрелян, и в реабилитации было отказано. Вот это первый был. Он немножко был министром,
внутренних дел. Также все, вот после него был Петровский такой вот. Петровский. Видите, у него тоже треугольник нулевочек, но у него более-менее матриц ничего. Три двойки. Единицы. У него вообще духовность отсутствовала почти. Так же, как и характер. Ну и вопрос, в сексуальном плане он был нормальный человек, склонный к наукам, и здоровье было у него хорошее. И две восьмерки. Видите, неплохая матрица. Вот он, неплохая матрица, смотрите, он раздал все свои земли крестьянам. Но подписал вот приговор Каплан. По никем не доказанному обвинению очень быстро был состряпан приговор, и сожгли ее в бочке в Кремле, эту Каплан, по обвинению в убийстве Владимира, то есть в покушении на Владимира Ильича Ленина. Ну вот, я Рыкова нашел, пожалуйста, вот Рыков. Вот видите, у него четыре двойки под управлением темных сил. Ну правильно, он под управлением своих замов, он замы вывезли золото его. В составе организованной преступной группы вывез золото в США. Расстреляли, передаться отказано. Вот такая у него психоматрица. Четыре двойки, это уже дело. И вот эта пятерка тоже завышенная духовность. Рыков. После Рыкова наступает Дзержинский. Вот мы его сейчас особенно рассмотрим, Дзержинского, товарища Феликса Эдмундовича, 77-го года рождения. Ангел, посланный на малое время. Вот у него тут вот такое дело. Три семерки, и это вот ангел, метка ангела. Три единицы, он компромиссный, мог договариваться, человек хорошо. Логика была у него, энергетика, здоровье было хорошее, которое, конечно, подорвали ему в тюрьме. Ну и пятерка, он был фанатический, конечно, революционер. В свое дело верил, в свое дело знал. Ну вот, вот эта семерка, тоже круглая, это он ставил перед собой очень много целей. Но некоторых целей он достигал. Вот надо отметить, что вот видите, из всех министров, пока мы рассматривали, это самая лучшая матрица. И самый большой вклад он внес. Почему сейчас его вот ненавидят вот эти вот либералы? Потому что он отстаивал истинный, кристально честный был революционер, если не считать его связи, опять же, с криминалом, с Ленькой вот этим Пантелеевым, так, которому он дал рекомендацию в партию. Вот, а Ленька Пантелеев был бандит. Но я раньше отмечал, что, в принципе, разницы большой нет между криминалом и Министерством внутренних дел. Но между силовыми структурами разницы практически нет, потому что все они всегда были криминализованы, как и само государство. Оно по Марксу и Энгельсу, они по определению, оно, государство является паразитом на теле народа, на теле общества. Паразитом. И вот это все его... А тут оно только отмирает когда? Когда при коммунизме. При социализме еще нужен репрессивный характер, чтобы удержать вот это социалистические отношения. И несмотря на то, что у нас было все так в порядке, тоже мощное было это, МВД, и было КГБ, и было все на свете. А все рухнуло, в одночасье все рухнуло. Почему? Потому что, опять же, отрыв произошел. Не за и верхи, а между ними вот прослойка вот эта силовых ведомств. Она уже никому не стала не нужна. И она сама понимала и это, и перестала защищать верха. Потому что она ни верхам, ни низам не нужна. И она более склонна к низу прислониться, чтобы не уничтожили ее, эту силовую прослойку. И поэтому она всегда предает верха. Так же, как вот эти Протопопов он предал царя. Так же этот Святополк Мирский фактически предал царя. Он был на него обижен. Есть в мемуарах такое. Из-за обиды он его подставлял просто. И также вот в истории это повторяется.
Ну, Дзержинский известно, что он потом ушел из этого министерства, он стал железными дорогами командовать и занимался и с детьми, и многими другими вопросами занимался. Несколько портфелей сразу, и был премьер-министром даже, вот это, ну, начальником всех комиссаров, ну, народных комиссаров одно время. После него вот Петерс, ну, Петерс, он недолго был, этот Петерс, вот у него генеральский характер, у него тоже со здоровьем было все не очень, но фанатизм, да, он тут только нарастает, уже шестерка. Петерс. Теперь Белобородов. Тоже немного был. Тоже у него Столыпинская матрица с нулевками. Видите, Белобородов. Он был троцкистом. Вот матрица такая. Вроде бы ничего, 4 единицы, 3 двойки, все. Но вот эти нулевки, они выдают, что ненадежный человек, так же, как и Столыпин и Распутин. Это ихняя характеристика. Потом появился вот тоже правый оппортунист был, Толмачев. Вот у него характер какой. Это был вампир. А тоже вот это вот три восьмерки. Так вроде ничего, очень большая склонность к наукам, но вот вампиризм и три восьмерки у него, да, государственность. Пятерка вот это вот зашкалит. Ну и по женскому вопросу тоже он слабоватый был, напередок. Правый, хотя правый оппортунист. Так, теперь это самое, следующий кто у нас? О, это вообще одиозный был товарищ Ягода. Настоящая Ягуда фамилия. Вот. Вот у него, смотрите, 6, то есть даже 8, больше, чем у нашей вот Васильевой единицы-то. У Васильевой 6, у него 8. То есть характер вообще звериный. И вообще получается 11, фанатизм 11. И 3 девятки, очень общительный человек. Но вот эти вот 3 нулевки по матрице, они всегда... Очень высокая самооценка у него, у Ягоды. Но сексуальность он не сильно озабочен, неразборчив в этом плане. Вот такой вот был Ягода, с 8. Значит, какие у него подвиги-то? Ну, он, в принципе, там они замочили сына Горького. У сына Горького была жена. Так вот он... Она была любовницей этого Ягоды. Он ее называл Тимоша. И вот из-за этой Тимоши сына Горького замочили. У него, значит, девятка был. Он был, кем только он не был, этот Ягода. Он несколько портфелей сразу правительство занимал. Вот девятка, у него очень много целей. Он многоплановый был человек. Когда его арестовали... Обнаружили, что у него там, в этом, резиновый член пули Каменева и Зиновьева, то есть которым был застрелен Каменев и Зиновьев, вот эти две пули у него сохранялись. И дальше, значит, чем он занимался, почему его, собственно, разоблачили? Он занимался вывозом леса в Канаду, в Канаде, в самой лесов, но... По дешевке продавал, канадцы закупали по дешевке. А денежки складывал он в швейцарский банк. Ну, сейчас у нас все так и делают, в принципе. Вот нефть продает, а то все начинают от А до Б, там, от Олег Первого до Я, на какого-нибудь Явлинца или там Яблонского. Вот, все этим занимаются, и это не считается преступлением. А тогда его просто за это и расстреляли. Ну, не только за это, и за фальсификацию разных дел, которые он проводил, этих дел. Следующий был Ежов. Но это не менее как Николай Иванович, он вообще-то тоже был человек
Вот у него это генеральский характер, очень тоже общительный три девятки. Но у него было, к наукам он был не склонен, здоровье было у него неважное, хотя фанатизм у него был порядочный, мизантроп. Вот этот вот Николай Иванович, он отличался нетрадиционной ориентацией, за что его, собственно, и партия осудила. Пидорас, мизантроп, фанатик. Вот матрица об этом и говорит. Значит, и наш Пифагор, и партия в этом отношении не полностью совпали, что еще раз подтверждает правильность этой психоматрицы, по которой мы сейчас и пытаемся работать, которую мы пытаемся использовать. Ну, Берия Лаврентий Павлович, ну, что тут делать? Вот он, Берия, весь до копейки, 7 фанатик, 6 он стабильный очень человек, чересчур стабильный. 4 девятки, ну это как вот у нашего этого, грубый, как грубый человек очень, грубый фанатик. А так у него вполне матрица приличная, у него склонность к науке, он занимался самообразованием очень активно. Он сам самостоятельно изучил языки иностранные, и технику, и науку, на равных разговаривал с конструкторами вооружений. То есть матрица у него вполне приличная. Ну, озабоченность сексуальная была. О чем и как раз отмечали товарищи на 20-м съезде. КПСС. Логика была у него и порядочность определенная, хотя его прошлое нельзя назвать сильно. То есть он долг-то отдавал, но не очень был человек честный. Ну, во-первых, они вместе там с Микояном на юге, когда он еще работал, в партийной организации, они... Он отравил крупного лидера то ли Осетии, то ли вот какой-то из этих республик, он с ним поругался. Ну, это есть в Википедии, есть и везде, этот факт есть. Поругался с ним. И Берия вроде помириться, пригласил его на ужин. Ну, после ужина он, значит, через короткое время этот лидер благополучно скончался. А он, значит, был лидер очень авторитетный в этих, в южных кругах. И вот это все отнесли на счет, конечно, Берии. Ну, дальше отравления были очень распространены, так было отравлено, Горький был отравлен, очень много людей были отравлены тортами, цветами и все вот такое прочее. Это практиковалось, это английская схема. Дальше был Абакумов. Вот, пожалуйста, Абакумов. Опять эти вот нули. Вот это. Вот нулевки. Три двойки. Здоровье, огромадное здоровье, лошадиное. Все в остальном так в порядке, если бы не эти вот нулевки, диагональные, как у Столыпина. Вот за него, после вот этого Абакумова, Сталин нарисовал большой зуб на Берию. И Берия получил от Сталина Ф. За вот этого Абакумова, как он работает, как он подобрал этого кадра Абакумова. Чем он занимался, Абакумов? Ну, как многие, вот сейчас вот отчетность надо, для отчетности, допустим, столько-то раскрыть этих, столько-то раскрыть этих. И он это рисовал и фактически фабриковал эти дела. Из самых крупных дел он дело авиационной промышленности сфабриковал. Шахурин там и других были осуждены неповинно, многие лишены жизни. Много таких дел за ним были, когда вскрыли это все дело, Сталин, Берия после этого вышел из доверия, уже тогда, при Сталине. И вот именно за этого товарища Абакумова. И после этого, почему Берия-то впоследствии участвовал в отравлении Сталина, повлияло то, что он чувствовал, что до него дело и
Сталин же сказал Игнатову, займись самым вот Менгрелом крупным, то есть Берии, займись, что он творит-то. Он начал копать Сталин под этого своего друга Берии, потому что он начал его подводить таким образом. Игнатьев, да. И вот Игнатьев, вот это вот товарищ, он ничем не отличался в лучшую сторону по сравнению с Абакумовым. Только единственное, что он очень боялся Сталина. И как говорил вот Павел Судоплатов, он говорил, что вот эта боязнь Сталина, то он боялся очень Сталина, и этим был опасен. Ну, да, опасен даже для самого Сталина, потому что даже крыса, которая боится, она бросается сразу, начинает атаковать. Первое. Вот и у него, опять же, у этого Игнатия вот эти нулевки. Распутинско-Столыпинские. Он что сделал? Он сфабриковал дело врачей. Вот менгрельским делом он занимался. И на это менгрельское дело Сталин ему сказал, что ты, говорит, мелочью там менгрелом, ты займись главным менгрелом-то, самим Берия. Поэтому вот они вместе объединились там, привлекли украинскую вот эту Днепродзержинскую группировку, они Жуков там, Хрущев, и они отравили Сталина в результате со страху. Дальше появился вот такой Меркулов. Вот этот Меркулов вообще был одиозной тоже личность. Вот Меркулов. Вот мампир, мизантроп. Вот его характеристика. 6, и это очень чрезвычайно жестокий человек. Даже сколько? Да, 6 единиц. Как вот у нашей Васильевой сейчас, Миноборнауки. Это такая же картина. Но у Васильева еще 4 нулевки есть. Вот. Ну, вот в основном такой вот Меркулов был. Не будем его подвиги в Википедии, все эти подвиги все обозначены. Там был Меркулов, Берия, потом Круглов, а потом Берия. Вот Круглов следующий был. Вот этот Круглов чем, в принципе, он должен в историю попасть как организатор фактически КГБ. Вот. Он предложил первый выделить вот эти все чекистские подразделения из МВД и сформировать вот этот комитет. Но он его не назвал комитет, но безопасность, какое-то Министерство госбезопасности типа. А там его подправили и назвали КГБ. Но в принципе предложение было его. Вот этот вот Круглов, он, значит, историк, учитель, историк, занимался он кадрами в основном. Вот его нулевки. 3 двойки у него, обаятельный человек был, имел ауру, сексуально не озабоченный, умеренная духовность. У него все в матрицах очень хорошее, с исключением вот этих нулей, что здоровье плохое. И вот нету интуиции у него, не было интуиции. А поскольку у него не было интуиции, то когда Берию-то расстреляли, а он входил в команду Берии все время. Все время он в войну, и лагерями занимался, и всякими другими вещами, гулагами. Ну, занимался по кадровым вопросам. Непосредственно он никого... Ни подпись не ставил, расстрельные списки он не имел права заверять. Но, тем не менее, вот как правую руку Берии, его, он же то Берия, то он был министром, менялись вот. И под конец вот был Круглов уже после Берии опять. После расстрела Берии лишен звания генерала. Лишен генеральской квартиры. И погиб при странных обстоятельствах под электричкой у платформы «Правда» Ярославской железной дороги в 1977 году. В 1977 году в возрасте 70 лет почти, 69 лет.
жил тихо, скромно, никого не задевал, но в то же время вот почему-то в 1977 году он оказался кому-то неугоден, и, ну или может быть здоровье у него, что он попал под поезд, или бросили под поезд, кто его знает, а сейчас мы не знаем этого. По крайней мере, вот он сам с Устья. Устье – это Калязинский район Тверской области. Недалеко, где-то километров 30 от Калязина. Там, кстати говоря, вот с той местности, через речку, если оттуда вышел, сейчас вот святой он, Сергей Алексеевич, святой. Он был начальник, сейчас вспомню, если фамилию, он был начальником первого управления при царях, при Столыпине, тоже вот был он. При Столыпине был его правой рукой. Но он ушел в монастырь, вот. В Алексеевскую, Свято-Алексеевскую пустынь. Это вот здесь вот, может быть, тоже по северной дороге дальше Алексеевская пустынь, Зосимова пустынь. Он туда ушел в монахи. После расстрела, после убийства Столыпина. То есть у него интуиция была, он своей смертью помер, не под железной дорогой. Но факт тот, что вот два таких круга. Его, кстати, на министра прочили, вот этого Сергея Алексеевича-то. Он сам из деревни, то ли Апухтина вот напротив, то ли еще там деревня была, за рекой Нерлью, через реку Нерль от Устья. Вот такие вот накладки исторические бывают. Перекрестки. И сейчас он уже местно чтимый святой, скоро его будут канонизировать. Потому что интуиция была у человека. Вот и первый руководитель КГБ по предложению этого Круглова, Тверского, стал Серов. Ну, что он занимался? Он сразу уволил 18 тысяч сотрудников. После этого, значит, там многие люди, кто покончал жизнь самоубийством, кто кого тихонечко так убрали и так далее. И вот он занимался чем? Был вообще очень утонченный эгоист, у него одна единичка всего, утонченный эгоист. Вот она, единичка одна. Две двойки, но здоровье у него слабое, несмотря на внушительный внешний вид. Ну и удачи у него не было. Хотя вот две восьмерки было у него, и две тройки, склонность к наукам была. Но вот до женщин он был охотчий. Духовность нормальная была у него, с духовностью все в порядке. Первый руководитель КГБ считается, вот это Серов. Ну, он там по киноактрисам был занят это. И в опале он был с 63-го года. А, да, в 51-м году, то есть в 57-м году, после 20-го съезда, была против Хрущева большая оппозиция. Его уже хотели снимать. Уже проголосовали. Но Серов военно-транспортным самолетом подогнал еще двух сторонников, членов Политбюро еще подогнал. И они проголосовали за Хрущева. Вот он буквально спас в 57-м году Хрущева от снятия. От импичмента вот это. Они уже хотели его снимать. После этого вот группа Ворошилова, Булганин и так далее появилась. Всех выгнали. Но в то же время вот одиозный этот характер вот этого Серова, он уже стал компрометировать самого и Хрущева-то тоже. Почувствовал себя крутизной, и в 63-м году он впал в опалу, и угнали в Туркестан его, в далекие края.
понизились сильно, в Туркестан угнали. Далее появился Шелепин. Вот это что ж КГБ, товарищ. Тоже убрал несколько тысяч сотрудников. Отличился тем, что начал выдвигать, как говорится, необученный комсомол туда, в органы. Что, кстати, потом и подвело это всю страну. И переориентировал всю эту систему КГБ на международные дела. То есть комсомол двинул в малину, буржуазную малину. Ну, и они там, конечно, все разложились. И вот с Кириленко он расстрелял забастовку рабочих в Новочеркасске. Вот о чем я говорил, что из-за рыбного дня этого, что рыба была, а мяса не было. Но это тоже недостаток уже воспитания, политической работы с людьми. Потому что, ну что такое рыбный день? Ну, возмущались, это какой-то провокатор, ну, возмущение вызывал-то, правильно? А народ-то это как вот порох, его подожгли, вот, и они вышли все, как стадо баранов на это. Расстрелить, конечно, их не было смысла, надо было выявить зачинщиков, как раньше это делали. И зачинщиками заниматься, кто это распространял, вот слухи, что мясо надо обязательно все, вот, а то, значит, семейная жизнь плохая будет, если мяса не будет. Ну, взять к тому же вот эти лошади, они вообще мясо не едят, но они как семейную жизнь как занимаются, коровы тоже с быками. Дело не в мясной пище. Вот если бы этот рыбный день был бы среда-пятница назначен, то, может быть, даже и не было бы 91-го года. Но, однако, вот очень легко рабочих поджечь под это. Как поджигали, вот хлеба не было в Петербурге. Пожалуйста, 5-й год. Вот этот мерзкий князь-то, этот Святополк мерзкий, разогрел эту своим бездействием, своим непрофессионализмом. Так же и здесь тоже было. Вот он подавлял, расстреливал рабочих. Какая у него вот психоматрица. Это уж его, кстати, прочили на место Хрущева, Шелепина. Видите, у него 3/8, государственность большая. Но он вампир, у него логики нет. Так он по этим вот нулевкам он не прошел. Хотя у него так психоматрица была нормальная. И с 3/8, если бы у него хотя бы была, ну, энергетика побольше хотя бы, пусть даже без логики, логику бы кто-нибудь добавил ему, а так бы он вот не прошел. Он был организатором смещения самого вот этого Хрущева. Он главный организатор, сместили Хрущева, это уже в 64-м году. И поставили тогда Брежнева. Вот такие его подвиги. Это тандем Шелепин-Семичастный. Я про Семичастного-то, оказывается, еще ничего не сказал, потому что они вместе. После Шелепина, Шелепин пошел там, его подняли до ЦК и хотели уже поставить на место. Но потом их все-таки подсидели. Они в тандеме работали. Когда он пошел в члены там ЦК, Шелепин, то пришел Семичастный на КГБ стал. У него как раз было с характером все в порядке, у него и логика была, и 3/2, то есть не был вампиром, то есть они друг друга дополняли. Хотя вот 3/0 у него были, и фанатизм был большой у этого Семичастного. Вот он. И он был выдвинут из комсомола уже Шелепиным. Вот такая психоматрица. Чем он характерен? Он величал товарища Пастернака свиньей. Назвал Пастернака свиньей. Ну, это когда ему дали Пастернаку Нобелевскую премию. Отговорил вместе с Подгорным товарища Брежнева убивать Хрущева. Тогда был вопрос стоял, что когда Хрущева сняли, Брежнев встал
И Брежнев хотел, вызвал к себе Шелепина и сказал Семичастного, и говорит: ребята, давайте авиакатастрофу ему устроим, чтобы с концами и вопрос закрыт. Ну вот Семичастный тут вот отговорил вместе с Подгорным. Давай, мол, не будем этим заниматься. Но Брежнев все-таки боялся тандема вот этого Семичастного и Шелепин. И поэтому поводом было что? Дело Пеньковского, шпиона. И он Семичастного убирает с этой должности, его постепенно на тормозах спускает вниз. Вот после этого наступает Андроповщина. Ну, это, конечно, вампука социалистического фанатизма. Вампука. Ну, мы знаем, чем он характерен. Закручивание гаек, семерка фанатика, ноль неспособность к наукам, ноль нету порядочности, то есть долг не отдает. Логика есть, энергетика есть, все остальное есть, и здоровье есть. Несмотря на то, что он вот простудился, там простудился, не простудился, мы это сейчас не знаем. Но здоровье у него было, пока ему не опустили его. И до женщин-то он был неплохой товарищ-то. Вот. Но тоже ставил много целей перед собой. Вот он достиг эту цель, стал генеральным секретарем. Ну, известно, что этот конфликт стал КГБ и МВД. Вот результат деятельности Круглова, который разделил, по сути дела, вместе с партией они разделили МВД на КГБ и, собственно, МВД. Федорчук после этого, кто стал, да, Федорчук после Андропова, когда Андропов пошел повыше, то стал Федорчук. Но это типичный генерал. Ой, логики нет, она ему не нужна, связь с землей нет, у него с небом связь. Шестерка фанатизм есть небольшой, две семерки в картах ему везет. Вот, и три, и обаятельный человек, то есть может руководить войсками и подчиняться. Своих идей он не выдвинет. Он ставленник брежневских кадров. И после того, как Андропов стал, вот он его убрал в МВД, где его, где сменил самоубитого Щелокова. Где он сменил самоубитого Щелокова после конфликта Щелоков-Андропов. Ну, этот конфликт всем известен, не буду я говорить. Но факт тот, что разделение властей, всякое царство, разделившееся внутри себя, падет. Это библейская, вот она как раз тут и сработала. Вот уже до падения осталось немного. После него, после Федорчука, поскольку он не справился, его убрали. И поставили Чебрикова, который продолжал политику фактически Андропова. Но Чебриков уже был управляемый темными силами. Вот у него 4 двойки. И логики тоже у него была нулевка. А так в основном неплохая матрица. Следующий был у нас Крючков на этой должности. Это вообще человек странный. Вот видите, у него вот эти вот 3 нулевки, 3 девятки, он общительный очень. Но семерка фанатизм, и вот 5 двоек у него вообще. Зашкаливает вот эта вот энергетика. Хотя особой энергетикой он не страдал. И вот склонность к компромиссам, это 3 единицы, говорит. Логика была, но не совсем. А так матрица, в общем-то, неплохая, кроме вот этих вот нулевок. Он не был ни ученым, ничего, и непорядочный, в принципе, человек был, непорядочный. Нулевка у него порядочность.
Вот, противоречивая фигура, хотя он защищал, говорят, что сейчас он защищал вот это ГКЧП. Бакатин. Это Бакатин. У него вот это вот 3, это 5 единиц. Шестерка тоже у него фанатизм. И вот нету здоровья и нету логики. Вот такие вот люди пришли к власти. С 37-го года рождения этот Бакатин. Ну, это уже человек там развал и все такое прочее. Сдача всех позиций, как говорится. После него пришел Примаков. Мы его рассматривали уже, матрицу, вот матрица квадрат Примакова. Вот видите, этот грубый фанатик, мизантроп, генерал. Вот она, знаменитая матрица Примакова. Значит, коммунисты говорят, что вот Примаков спас страну в 98-м году от кризиса. Спасение заключалось в чем? Он сэкономил на фонде заработной платы. Повсюду прошли очень большие сокращения. Сокращали даже людей, которые нужны были в производстве. Вот этим вот он и спас, как говорится, в кавычках. Потом вот пришел Баранников. Это уже вообще кадр молодой генерал Баранников. Вот он. У него тоже, как у всех генералов, логики нету, связи с землей нету. Ну, сексуально не озабочен он, но склонен к фанатизму. И много целей тоже ставит перед собой Баранников. Вот такие дела. Глушко был некоторое время даже. Тоже. Глушко тоже был. С 4 единицами генерал, с 3 двойками, но со здоровьем неважный. Фанатизм усилился до семерки. Вот. Ну и появилась тут четверка в сексуальном плане. А так в основном-то неплохо. Кроме тоже вот порядочность, что-то мало у них бывает. Уже перестают служить народу, как говорится. Потом стал Владимир Владимирович. Он КГБ тоже немножко поруководил. Владимир Владимирович Путин. Вот смотрите, уже с 52-го года, совсем молодой. Вот у него тоже склонность к фанатизму. Может, он уже подправил эту матрицу свою. Ведь она же изменяется со временем в лучшую сторону. Вот эти вот 4 нулевки. Тоже пушкинская вот эта нулевка. Со здоровьем тоже вот неважнецкий. Связано с 3 двойками. То есть болеет много. Чем больше двоек, тем больше болезнь. Нету троек. То есть в науке, как говорится, здесь стерильно все. И шестерки связи с землей нет, необходим физический труд. Но он плаванием занимается. Ну, дальше у него здесь четверка. Мы уже знаем, что это такое. И шестерка вот много тоже целей ставит. Вот это вот тоже. Видите, шестерка это как недостаток. Тут нас и Сирии, и Украины, и это сплошняком. Очень много целей. За все хватаемся и ничего до конца не доводим. Вот здесь такое дело. Оно так и в этом плане было. Вот Ковалев. Ну, это полное, как говорится. Матрица, кстати говоря, у него очень хорошая, Ковалев. Очень хорошая. Порядочная матрица. 49-го года рождения. Видите, ни к чему не подкопаться. Все в порядке у человека. Это даже лучше, чем у Дзержинского. Вот, ну, как говорится, матрица-матрица, а он, может быть, ее ухудшил в процессе. Мы не знаем его точно сейчас характеристику. И вот был такой вот он и есть Барсуков, где он сейчас неизвестно. Этот Барсуков с 5 единицами. Мы уже знаем, что такое там. Прочитаем на сайте. Я сошлюсь. Тоже много целей. 8. Сразу восьмерка. И фанатизм тоже присутствует. А так, вот вампиризм тоже есть, вампиризм. Должен откуда-то подпитываться. Если не с неба, то от ближнего.
И дальше пошел Степашин. Он был такой Степашин тоже. Занимался он безопасностью. У него он под управлением темных сил идет. А матрица хорошая. Ну, правда, он скрытый эгоист. У него две вот эти единички, скрытый эгоизм. Под управлением темных сил. Ну, пятерка, конечно, немножко. Ну, это как у Папы Римского. Все остальное у него нормально. Ну, везения немножко нет, но так это. Не так сели, Степашин премьер, мы помним эти слова. И шестерка. Вот шестерки нету. Необходим физический труд. И вот, наконец, вот Патрушев стал. Долгое время был Патрушев. Ну, дальше уже пошли вот такие треугольники. Тогда было вот в той революции было треугольники вокруг восьмерок, около восьмерок. А здесь треугольник около пятерок. Логика-то у него большая, окруженная нулями. Так генеральское все, генеральское. Ну, тут вот женский вопрос, что-то зашкалит. Фанатизм вообще огромный, восьмерка. Фанатик только он чего, какой идеи. И много целей тоже, шестерка. А так в картах ему везет. Вот две семерки. Вот такие девятки есть, такая матрица неплохая, но только кроме вот этого треугольника. Результатов, конечно, нету тут. Никаких уже результатов ждать не приходится. И, наконец, сейчас вот силовик главный у нас Бортников в этом плане. Но мы ушли от МВД, мы перешли уже в ФСБ, это миновали. Вот тоже, смотрите, 5 единиц. И что характерно, то тоже вот восьмерка фанатизм. И сексом нету никакой напряженки, все нормально, логика хорошая. То есть и здоровье хорошее. Вот если вот эти 5 единиц подводят. А так вообще-то вот это. И плюс, ну, тот 15 число рождения. Как нумерологии мы видим. Зондеркоманда и BD-15. Ну, мы там многих пропустили, конечно. МВД-то мы... Каких мы тут пропустили? Ну, это мы просмотрели. Игнатьева, Меркулова, Абакумова, этих мы всех просмотрели. Вот Дудорова пропустили. Ну, Дудорова, это МВД. А мы в сторону ФСБ. Почему? Потому что мы же касались непрофессионализма в работе. Вот. Начали мы с этого... Мирского, князь Мирский-то был, святополк Мирский, революция 5-го года. Он просрал ее, эту революцию. Вот этот Мирский, он был полностью непрофессионал, то есть он управлять не умел. Не умел управлять совсем. Ну, казалось бы, сейчас вот профессионалы, но с другой стороны, как, если Бортников у нас экономист, по образованию экономист, сын у него экономист, тоже в этой системе. И сыновья Патрушева тоже экономист, тоже то есть в этой системе. Высшую школу закончили КГБ, тоже в системе. Казалось бы, да. А вот экономист и плюс экономическая безопасность, она у нас есть? Нету. А может быть, какая безопасность есть... А вот от вот этих вот терактов или что есть, нету. Может, безопасность какая есть от внутренних конфликтов и расслоения общества, экономического расслоения, дифференциации на богатых и бедных. Может быть, есть тут? Нет. То есть мы видим тоже непрофессионализм. То есть все занимаются обогащением, то есть экономикой, переводом, гешефта в офшоры. Все занимаются этим. От олигархов, и все это контролирует, и крышует.
одно министерство. Министерство, которое даже не министерство, а служба безопасности. Вот она осуществляет безопасность вот этого пребывания офшоров и наполнения этих офшоров. И возвратом, хотя это занимается, говорят это, но это в порядке политики, предвыборная агитация. А так непрофессионализм кругом полный. И надо сказать, что если руководить государством юрист может руководить, то уже кабинетом министров юрист руководить не может. Потому что для этого юридических одних знаний мало. Нужен опыт хозяйственной работы, опыт поднятия промышленности, как вот делали раньше эти вот люди, которые в войну с нуля организовывали, без крыш уже работали заводы в Казахстане. Вот эти люди, вот они, организаторы были производства. И после войны они наладили, восстановили промышленность и производство. Обеспечили полную занятость, не только полную занятость населения, но и преследование нетрудоспособных элементов, если они, будучи здоровыми, не участвовали в общественном труде. Вот эти люди, конечно, способны, они были профессионалы в хозяйственной деятельности. И они постоянно учились. Вот даже это тот же сам Берия, он постоянно все учился, был в курсе всех дел, решал важные народно-хозяйственные, оборонные, кстати говоря, задачи безопасности страны. Выстраивание щита против агрессии. Сегодня этого нет, надо сказать прямо. И вот к чему я это? Не с точки зрения критики, там предвыборной какой агитации или там личных отношений, нет. Мы с вами, как простые инженеры, простые студенты, ученые там малоквалифицированные, невысокой квалификации, мы не с этих позиций, не к политике, не политиканством должны заниматься, а должны заниматься наукой, то есть выявлением каких-то закономерностей в природе и в обществе. Ну, чем занимается, в частности, кибернетика. И вот из-за таких закономерностей мы видим, мы зацепились вот эту за матрицу Пифагора, и мы видим ее плодотворность. То есть она может быть использована, рекомендована нами даже как инструмент в кадровой политике, в научной кадровой политике. То есть если у человека троек нет, как мы его поставим руководить наукой? У него нет данных к научной деятельности. Если человек жестокий, там это все, мы его не поставим руководить людьми, если у него там 6 единиц там, или 8, как у ежовой ягоды. Вот мы его уже с вами не поставим. Но если они уже поставлены, то это уже будет не наша вина. Кто его поставил, тот и отвечает за него. За тех, которые вот он приручает, наш президент, он в ответе. Сам лично, персонально отвечает. Если не перед нами, не перед обществом, ну, тогда вот перед тем, в кого он верит, он будет отвечать. И перед своими ближними. Потому что в конце его времен именно ближние его будут его и врагами. Вот такие выводы мы кадровые. И если мы рассмотрим свою матрицу, то я, например, рассмотрю свою матрицу, то вы думаете, что она мне окажется хорошей? Отнюдь нет. Отнюдь нет. Но могу я ее, вот если я студент, мне, допустим, 14, 15, 16 лет, могу я улучшить эту матрицу? Да. Отвечаю, что да, могу. Если у меня нету логики, я могу ее развить, есть приемы развития логики. Если у меня нету способности к науке, то я буду заниматься постепенно этой наукой от простого к сложному и методом индуктивным
накоплю этих факторов, которые мне позволят заниматься наукой, если у меня есть такое побуждение. Если у меня нету восьмерки, если я не отдаю долг, то я могу научиться воспитать в себе этот долг. Если я сексуально озабочен, то я могу переключить свою озабоченность, переключить даже методами йоговских каких-то систем, переключить на творческий труд, на полезные вещи и так далее. То есть я могу свою матрицу подкорректировать под те задачи, которые поставлены были уже, когда я появился с какой-то задачей. Например, задача овладеть профессией, хорошо овладеть профессией. Или задача помогать людям в медицинском плане, в плане их здоровья и так далее. Если я послан обучать, то я обучать должен научиться обучать. И так далее. То есть каждый человек должен определиться. И вот определиться, в частности, пусть даже не строго научно, а феноменологически, позволяет нам вот эта матрица Пифагора, видимо, заключительную вот лекцию, вот это сегодняшнее будет. Почему она занята именно силовыми структурами? Потому что именно руководство силовых структур отражается все недостатки нашего общества, как видно из этой истории. С 1802 года там и до вот 2016 года. Вот таким образом. И то есть безопасность, наша мирная жизнь зависит от вот этих силовых структур, которые у нас находятся именно в промежутке между верховной властью, вот, законодательной властью, исполнительной властью и президентской администрацией, и между непосредственно нами наш труд защищают. Вот на этом мы и закончим феномен Пифагора, и после этого логично перейти рассмотреть вот тоже так же математически или феноменологически. Может быть, даже теологически слегка. Погрешность самого меня, вот, или, допустим, любого, погрешности человека. Мы уже рассматривали человек, изделие человек, инструкции по применению. У нас была такая лекция, изделие человека, инструкция по применению. И вот развить эту мысль, что такое человек и какие погрешности у него есть, как ему работать со своими погрешностями для того, чтобы свою функциональную, социальную функцию выполнять правильно и получать от этого, от того, что мы работаем на благо и выполняем волю неба, как говорится, на земле, то мы должны получать от этого удовлетворение, моральное удовлетворение, хотя бы моральное. Вот, имея такое дерзновение, как говорится, сделать лучшее для... И каждый человек, я уверен, что всякий человек, всякий даже ребенок, он стремится как-то помогать сразу. Я сам, я это понесу, сумочку маме помогу, колясочку сам, я это сам. Он стремится помогать, включиться вот в эту помощь. И ему нужно вот с детства вот эти... систему выработать, помочь вот этому всякому человеку не скатиться, вот как у нас, вот смотрите, вот я проехал по городу, буквально сейчас тепло, все люди в маечках там, в коротких шортиках и так далее, я вижу молодежь наших вот студентов, там большинство татуированы, они все все наколотые, цветными все рисунки. Безобразие на ногах, на руках, на спине, впереди, сзади, спереди, чуть не на лице только нету. Может, у кого и на лице. С кого они берут пример, вот это вот я не знаю. И таких людей сейчас татуированных я встречаю по городу очень много. Вот это говорит о том, что человек не нашел себя. Он
тратит себя впустую, он не пришей кобыле хвост в этой всей системе, в социальной системе. Он не нашел. А почему не нашел? Потому что он не знает, на что он способен. Не знает тех данных, которые ему даны при его рождении. Вот на этом я хочу закончить, потому что даже судя по этому, что вообще-то любую даже религию возьмешь, ну, может быть, некоторые какие-то сатанинские религии, там разрешено татуирование, но во всех нормальных религиях я не видел, чтобы можно было татуировки наносить на тело. Всего вам доброго, желаю вам сохранить себя в чистоте и приступить к новому учебному году бодрыми и здоровыми, набравшимися сил. Успехов вам в подготовке к новому учебному году. До свидания, до новых встреч.